На данный момент, конечно, положение плачевное у нас. У нас 6 машин на ремонте стоит. В ближайшее время у нас вот 102-я двигатель уже собралась. В общем, будет она выезжать. В пятницу будет она на ремонт заезжать. Установка будет двигателя. Если все будет удачно и все, как говорится, слажено, значит, на следующей неделе эта машина выйдет. К концу недели. 102-я. Вот это газель, которая уже забрана здесь. 6 машин. Растачивали двигатель, коленвал меняли. В общем, полностью переборка двигателя. То есть 6 машин потенциальных, которые могут выйти к тем 4, которые сейчас работают? Они могут, но у нас такое положение, я еще раз, как говорится, повторялся тогда, интервью у меня брали, что у нас все проблема в диагностической системе. Вот сегодня у нас Ford, как говорится, сломался тоже. Диагностик быстро провел диагностику, нашли датчик, поменяли его, он выехал у нас. Ну, что-то опять диагностика уехала на диагностический центр. Диагностический центр, это мы ищем, кто и где может нам помочь. У нас своего ничего нету.